Капец какой-то. Да. Все ясно. Кажется, появилась еще одна работа для меня. Агента Пепперони. Так вот как выглядит этот, блин, вор ссаный, которого надо поймать. Блин, без перекиси вообще запарок конкретная. Ну ладно, разберемся. Так, блин, надо поискать его где-нибудь. Должен он где-то быть, наверное, на этой земле. Ну-ка, тут он, может быть, вор этот. Чего-то нету. Ну ладно, посмотрим в другом месте. Ну-ка, может быть, здесь варина сцена перекись украла. Ну-ка, исследуем глубины. Ничего нету, что-то. Эх, блин, дедушка Ленин. Хороший был вождь, жалко сдох. Помог бы мне вора перекиси найти, а то стоит, блин, как памятник, глыба каменная. Вообще, понту ноль от него. Короче, стоять, это кто там? Ребята, кажется... О боже, кажется, это он. У него перекись, говна, кусок, пошел сюда. Ублюдок, нет, говна, кусок вонючий. Ну-ка, я тебя сейчас покараю, перекись отберу. Стоять! Ух ты, ём, блин, опоздал. Ублюдок, стоять! Что это там? О нет, мои жопы. Что же мне выбрать? Эх, к черту пошел туда, блин. Ох, слава богу, все в порядке. Черт подери, ах ты, блин, говнюк. Ах ты, черт меня заносит. Блин, я его упускаю. Черт подери. Стоять! Что это? О нет, это маленькая бутылочка куска просто, она же там замерзнет. Блин, придется ее спасти. Ой, дружочек, с тобой все в порядке. Все, вот ублюдка, покараем, обольем из конской бутылочки. Ублюдок! Стоять! Что это? Я не готов. Черт подери, что мне выбрать? Так, черт, конский форест. Нужно спасти ее. С тобой все в порядке. Как ты вообще здесь оказался? Ну все, пора догонять этого. Стой, стой, агент Пепперони. Что такое? Нет смысла никуда бежать. Он не просто так меня поймал. Я постановил на него датчик, который отслеживает его местоположение. Что? Датчик? То есть... То есть хочешь сказать, что он у нас уже в лапках, да? Да, конечно. Это было мое задание. Теперь развяжи меня, пожалуйста. Ага, хорошо, секундочку. Блин, кто тебя так примотал? Так, и что нам теперь делать? Все координаты будут поступать на твой ПДА. Ага, ясно. Ну все, тогда выдвигаемся за ним. Найдем их секретное убежище. Да-да, это мы и собираемся сделать. Так, ученый, который дар привел нас сюда, наш, где этот придурок, скажи-ка мне? Он на той стороне улицы. Что? Заходит в арку. Ага, все, сейчас намажем ему его чистую морду. Погнали. Так, ребята, переходить только на зеленый свет светофора, хорошо? Нельзя на красный переходить. Да, ребята, это очень опасное занятие. Ни в коем случае, вас может быть машина, это запрещено. Ага, нагото, вот этот арка. Ну что, погнали, что ли? А, вот он. Надо пробраться незаметно. Ага. Так. Полетай. Двигаем дальше. Ага, заходит в подъезд.
не спалил.